Привет! Сегодня поговорим про Ashfall от китайского гиганта NetEase. Дело в том, что данный проект выходит в закрытую бету уже сегодня, примерно в 16:00 по МСК. Но для начала давайте коротко расскажу про игру тем, кто слышит про нее впервые. Прежде всего, это ММО-шутер, события которого разворачиваются в далеком будущем. Разумеется, произошел апокалипсис из-за того, что взбунтовавшийся искусственный интеллект чуть не уничтожил наш земной шарик, ныне лежащий в руинах после ядерной войны. Мы смогли пережить это все в убежище, и теперь нам предстоит его покинуть в поисках некого ядра творения. Что-то мне это напоминает. У нас возникла проблема, большая проблема. Контрольный чип системы очистки воды отдал Богу душу. В твоем путешествии вам будут встречаться различные кровожадные мутанты, роботы, другие люди, пережившие конец света. А также мир удивит вас различными пейзажами, от заснеженных равнин до бескрайних пустынь. И вы постоянно будете заняты улучшением экипировки, созданием вспомогательных средств вроде дронов, медицинских ботов и охранных пушек. Ты спросишь, что этим пушкам охранять? Так базу, которую ты сможешь отстроить и обставить мебелью, найденной в походах. Кстати, еще и маунта можно будет приручить, чтобы быстрее передвигаться. Отдельно стоит упомянуть, что музыкой в Ashfall занимается Ханс Циммер, работавший над такими фильмами, как «Темный рыцарь», «Дюна», «Интерстеллар», ну и так далее. А также был приглашен Инон Цур, делавший музыку для кучи известных игр, в том числе и для всей серии игр Fallout. Как я уже говорил, бета стартует сегодня в 16:00. И судя по сообщению в Дискорде, принцип будет такой же, как и в Тарисленд. Кто успел зайти, тот и будет участвовать. После того, как закончатся свободные места, попасть можно будет лишь активировав код. Видимо, это для тех, кто оформлял заявку на бету и получил письмо. У Ashfall есть страничка в Steam, и возможно после начала теста ее можно будет загрузить там. Также можно скачать клиент с официального сайта уже прямо сейчас. Я именно так и поступил. Линк я оставлю в закрепленном комменте. Залогиниться можно будет через любой Google аккаунт. И кстати, в опциях можно уже выбрать русский язык. Не забывайте бахнуть свой царский лайк, это поможет в продвижении видео. Если игра будет не под NDA, то возможно вечером подрублю стрим и покажу ее более подробно. На этом пока что все. Удачи!